Один за другим достаем из театрального сундучка спектакли, пристально рассматриваем с прищуром ювелира, одобрительно киваем головой. Что же предстало перед нашим взглядом сегодня? Тбилисский студенческий театр Государственного университета Ильи привез на международный фестиваль «Театральный куфор» спектакль «Арика до Варика». Мы послали просто заявку на фестиваль, выбирал фестиваль. То есть фестиваль сам отобрал из всех заявок несколько спектаклей, которые будут участвовать. И мы одни из них. И это для нас большая честь. Спасибо фестивалю за такое доверие. Студенты решили привлечь внимание зрителя рассказом о себе самих. И несмотря на то, что спектакль шел на грузинском языке с русскими и английскими субтитрами, реакция зала была живой и быстрой. Во-первых, тут песни грузинские. Он родился, когда вот студенты нашего университета, то есть театрального отдела нашего университета, сдавали экзамен по пению. Когда они пришли к нам, они не пели совсем. И вот когда пришло время сдавать экзамен, вдруг их учителя увидели, что они достигли очень многого. Постановка представляет собой картинки из студенческой жизни. Занятия и побеги от университетской полиции, пение и влюбленность. Окна домов смотрят на улицу, молодые люди рассказывают о себе, смеются, встречаются друг с другом и много поют. Спектакль «Арика да Варика» – это собрание студенческого юмора в прекрасном музыкальном сопровождении. Грузинские песни, звучащие в отличном исполнении, пусть и не профессиональных певцов, а поющих актеров, легко находят путь к сердцам зрителей. А для артистов выступление на нынешнем фестивале – еще один урок. Фестиваль такой, он очень важный, потому что он молодежный, и он дает возможность молодым актерам познакомиться с разными труппами с разных стран. Это очень важно, потому что театр – это такая профессия, где коммуникация важна. Открываем крышку нашего театрального куфора, чтобы завтра заглянуть сюда снова. Наиболее любознательные, несомненно, сделают это вместе с нами. До нового доброго утра!